Против нас 5 аниме женщин, по-моему, если что вообще играет. Илья 3254. Только не Инферно. Ну ёб твою мать, блядь. Ого, вот такие карты реально. А так моя рука заеб... И такое ощущение, что надо мной типы труп перетаскивают. Да, если нюк, я... Что? Бля, нюк, это... Вот это самая его карта против... Не, нюк прикольная. Фул пачка играет. У нас еще Человек-паук, блядь. Человек. Меняем цель на ходу. Демаркуем зоны покупки. С каждой игрой все хуже и хуже в моей руке. Ну, по идее, когда фильм буду смотреть, я могу руку вниз опустить полностью, и вся кровь в руку мою уйдет. И все норм будет. Там по идее. Была, кто больше набьет, ёбаный, это вы мне сказали. Я, блядь, да не пи***й, давай, не пи***й, мне Даша принесла кофе, я кофе сидела, открывала, заваривалась, я на... Вот это ты чемпион мира. Да-да. Там у типов одинаковые. Чё? Там два типа одинаковых. Алло. Одинаковые ники, одинаковые аватарки. Ну, не абсолюты. У него последний комментарий в профиле. Тупой бездарь перестанет смотреть свои ебанские аниме, тупой вы... Алло, блядь. Да в смысле? Я не слышал нихуя. Нет, ты серьезно? Я не слышал. А, у меня 0.1 звук вообще. Я думаю, в чем прикол? Я ни одного инста смока не знаю в окно, потому что и в го версии я тоже ни одного смока не знал. Для нубов, точнее, не для нубов, для казуалов, я бы сказал. Ну Тявик говно, если чё. Ну он не говно, но такой. Не, если конечно хочешь, можешь у меня его подарить, я приму, буду играть с ним, кайфовать. Ебать, мы сейвим. В ММе, блядь. Против нас 5 аниме женщин, по-моему, если что вообще играет. Илья 3254. Смок с аутсайд, это чё, блядь, такое? Они реально смоки аутсайд знают. Фри секрет, ебать. Они прошли секрет? Да, двое. Там типы, если что, не просто, это вот реально 3000 ELO фейсит геймплей. Типы кидают все смоки на аутсайд, и меня пикают с трех сторон разных. Один аквариум, один двойные, один одиночный, и все вместе, блядь. Где мы играем? У типов синие ранги, блядь. А, это фуллстак, потому что... А, фуллстак, и это нюк. Да, я забыл об этом, что это фуллстак. Б1. Ранил. Б2. Убил. Вот так, да! Чувак, какого фига тут происходит? Мы с ним играем. Мы играли в новый режим «Морской бой». Ты на это потратил наш раунд? А что это? Это КСФЛ. Много режимов и куча призов в битве сторон. А это за что? Халявные скины в карточках, прикинь? Классный сайт, спасибо. Я как самый лоу ранг здесь имею право сидеть на ластабе, если чё. Нет, не имею. Имею. Я самый лоу ранг здесь в лобби. И что? Ну вот и всё. Лоу ранг-то по балансу здесь я. Я имею право отдыхать никого вообще. Никого не ебёт. Всё, в пизду. Вот так. Блядь, он двоих в голову по одной пуле и мне просто прострелил ни за что. Ты слышишь, какие у него шажочки? Как будто такой топ-топ, как будто быстрее шаги стали, нет? Ну их обновили как-то немного. А, да? Угу. Как будто он так типа топ-топ-топ-топ-топ, а раньше топ-топ-топ-топ-топ-топ, а сейчас топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Как всегда, меня убивают ни за что с одной пулей, причем смог, блять. Самого жесткого оппонента надо вырубить по-читерски, чтобы у него не было ни... Вот это пи***ч, на разыгровочку замутил, блять. В эфире. Реально?
Да, я сегодня, в полдевятого проснулся. Чтоб ты понимал, я сегодня в 3 утра был в Макдональдсе в Сербии, а сейчас сижу с тобой играю. Что, еще раз я не услышал за тиммейт? Говорю, я в 3 утра, ой, в 3 ночи сегодня был в Макдональдсе, кушал чизбургер вместе, блять, с картошкой фри. В Сербии? В 9 утра я был в самолете, а сейчас играю с тобой. А ты сейчас где вообще? В Москве. А был в Сербии ночью? А был, да. Ебать. Опять улицу проходит, аутсайд. Что вот это такое, блять? Уебище нахуй, что вот оно сделало? He's 10 HP, man, kill him. Поздно, рано. Я, кстати, типу дал, чтобы ты понял, и в голову, и в тело, и 89 только снял. Я в тело прострелом ёбнул, походу. Go all outside, guys. 5 outside and 1 just stay. Там типы еще вверх, они все знают. Не-не, они раскидывают улицу, и тип сверху стоит, смотрит типа, который будет подпушивать на первом тайминге. Я не знаю, эти типы, они интеллекты какие-то. Блядь, я его мать ебал! На, ну тут, конечно, я не перестрелял, я мог перестрелять типа, но все равно он правильно играл. Я не знаю только, как я не убил его, на самом деле. Безбедно. No info about last. Ну, Человек-паук просто не... Просто матрица, на самом деле, а не человек. Но сейчас я не пойду ту улицу. Я типу дал 4 хита, 62 хп снес, нормально? Меня с 4 хитов убивают, блядь, и еще дэмэдж на next раунд заходит, залетает. И ментальный, и реальный, блядь. Бля, они обузят, они один раунд выучили в пятером и обузят раунд каждый раз. Убила нахрен. А, две анимации у флешек. Ого. Ого. Бля, maybe они еще раз пойдут так же? На улицу. Под такие же смоки. Я готов. Если они будут так каждый раунд ебашить, я их буду каждый раунд ебать в ответ. Я знаю, как против такой хуйни играть. Outside smokes. Только они в этот раз, блядь, эти смоки забыли или что? Почему они их так долго кидали? Ух ты, блядь. Вот это я трюк ебать. Аху. Флэш. Закрой пизда, челка. Прям мне в ебать прилетело. Я тебе прошлый раунд соло взял. Прошлый раунд? Бля, это фрики. Понятно. Бля. Понятно. Убила нахрен меня. Ну какого... Бля, такой идиот. Я твой амочкоп пододвину. Я идиот, да. Меня нуб убил. Что это, блядь, несётся? Этот чел меня вантапом со скаута ебнул, блядь. Мейн ласт. Какой идиот, вот, что это за человек, вот, сколько у него часов в КС? Два, пиздец, такой нуб нахуй. Ща чекнем. Outside smokes. Это просто... Ебать, я хуй сделал. Ну, похуй, один фраг есть. Просто хотелось разбанить типа. Я забанил? Да, ты забанил его. Ну пошел нахуй. Ну я разбаню. Не, не надо, пусть посидит. Ну, блядь, а чё? За что ему бан? Да похуй, что ты чё-то хуя в чате. Если что, еще раз забанится. Я что-то думал там... Хотя не, я просто флешбэк думал, как я... Вот так вот смог врывался и убивал четверых за красным, но я что-то не учел. Не учел того факта, то, что там смоки другие были. Так, вот, блядь, флажка, блядь. Как я типа не убил? Ну, там вроде, может, прицел не свелся, я не знаю. Вот первый раз я захотел сделать авантюру со смоками у них устроить. Сразу пошли и просто с аутсайда. Это, наверное, потому что они проигрывать раунд начали.
Против нас вообще индюки. Один раунд заучили, и больше ничего нахуй не умеют. Ну, блядь, прострелись. Это нас. 50. В смысле, бисайд? Охуеть, он просто... Здорово. Но у меня любимых нету прям. Любимых нет. А, сериал сверхъестественный, okay. Охуенный. А остальное я хуй знает. Вы знаете, что здесь подняться можно? Ну да, это я их разъебал. Бля, они все знают эти смоки, я не понимаю, это классика? Бля, ну хватит меня стопить, оранжевая мразь. Меня Челси спаттерил. Ебать, он там крутится, мутит. Ебать, Нео. Да как же они колят, стараются победить. Я сижу на ластаве, прохлаждаюсь, мне вообще похуй. Похуй мне. Бля, я реально, я вот уже хочу зевать даже. Он вилка будет один. Ну, а почему он вниз смотрит вообще, я не понимаю. А, мой тип не спалился? Yes, for you. Он открыл. Что? Бля, что он делал? Я думал, мой тип надо мной... У меня на экране показался тип мой, что он надо мной, а он в квинтах был, а не на этой хуйне. Я пикнул по итогу. На самом деле у нас тип зарунил, который на вилке типа в спину не убил, если чё. Но он там обосрался, он в любом случае. В любом случае он обосрался. Ты его очень хуево пострелял. Я? У меня даже не было шанса на экране моем. Вроде. Ну меня чмо стопит, блядь, Человек-паук. Ну вот, у меня вдвоем смотрит. А где помощь, Ванюк? Два в мейне было. Хм. Прикинь, как повезло, что ты этот чекал. Нет. Нет, нет, ты слепой! Ебать, зацепился, ты видишь? У меня ты зацепился за Хэвен и просто там как качели, блядь, сюда. Он говорит, полетели в Канаду, нахуй. Он говорит, у них кол какой-то есть с Канады, блять. Они все понимают, о чем он. Что происходит, где мы играем? Я уже заебал играть, если честно. Да, прям жестко зеваю и хочу спать. Ну, да, конечно. Heaven, ну почему он момент пикает? Как так не везет, блять? Не знаю, там тип просто меня в тайминг пикнул, но это я ужас, блядь. Фраг спиздили просто меня, блядь. Ты бы его не убил бы. Я бы его убил, там летело уже решающее. Ты что делаешь, ты идиот вообще? Вот поэтому показательное. Ты его не убьешь никак все равно. Что он делает? Человек-паук? Я ему дал 89, и третья пуля в него летела, то у меня фраг. Сейчас я так же сделаю и всех убью нахуй, если что. Только с калашом. Там, если бы у меня был реально калаш, я бы всех похоронил. Go fast, stay. Main one more. Я типа на улице вообще убил. Я типа на улице мог мейн убить, но не пошло по спрейчику. Смотрю. Ты не убьешь так. Не-не. Ну что ты делаешь, блядь? Что это за флеш? А, это твоя, блядь. Три лобби. А три лобби это где, блядь? Это значит идем на Б. А, мы 3-2. Да? Что, идиот, блядь? Что он здесь делает? Лоу хп, вилка. Ванёк? НТ. Что лучше, Наруто или Блич? Нормально. Охуенно сыграл. Да не, я пикнул еще. Не-не, я пи***то сделал. Я всех забайтил специально, чтобы... Ты просто стояла пока, блядь. Так в этом вся
ебатость заключалась, блядь. Мне нужно было просто всех вас продать и с козырей зайти просто. А никого, блядь, как это так? В смысле? В прямом, блядь, тут просто чисто. Эй, клир, гайз, эй, клир. Гайз, эй, клир. Эй, клир. Там Человека-паука ебут, блядь. Да пусть ебут его. Там типа не видно за этой хуйней. На салоне? Там типа просто не видно с этим, блядь, аквалангом. Я на тэспавне умер. У тебя сенка закрыта, блядь. Я на тэспавне умер. Алло, у тебя сенка закрыта еще. Где? А, мейн. Малек промахнулся. На нахуй. Интеллектом. На хэвен один. На нахуй. Найс. Найс, мейн. Я как Человек-паук. GG easy. Кран открывай, у меня профессор. Сколько мне дадут? Тимурбек, как тебе One Piece? До какой серии? Какой One Piece, блять, я не смотрел нихуя. Так меня чел наебать, 13 поинтов дали, блять. 13? 13. Там каждые 5000 ранг. Мне чел говорил то, что... Это... Можно сразу 10 и плюсом там пойдет. А мне сейчас 13 поинтов за игру дали. Так, блядь, кайфуй. Что, кайфуй, мало? Пиздец. Чё такое?